Значит, никакого ухудшения ситуации не будет, потому что, во-первых, политика и шпионаж, они всегда идут рука об руку, и каждая страна в определенном количестве найденных шпионов определяет количество времени, да, пройденного в отношениях между странами. Ничего страшного не произойдет, тем более Америке на нас наплевать, и ничем, в общем, она от нас не зависит. Они и так нам относятся как к стране третьего мира. А по поводу быть полезен, ну, если у нее есть еще какая-то информация, которая действительно полезна, то, может быть, да. Но, скорее всего, уже давно нет.